Около 300 фотоаппаратов, огромное количество фотографий. Страсть к коллекционированию у Садыка Магомедова зародилась еще в молодости. Параллельно он изучал и тонкости фотоискусства. В профессиональный праздник «День фотографа» Сакинат Малаева встретилась с художником. Ей слово. Вот Zolke S. Между прочим, редкий фотоаппарат. Точная копия Лейки. О своей чудо-технике Садык может рассказывать часами. Когда, при каких обстоятельствах и кто подарил. В 1959 году в село Буркихан Агульского района, откуда родом сам коллекционер, вернулся участник Японской войны. Из своего вещмешка горец, помимо других гостинцев, достал диковинный для местных жителей аппарат. Гаджи приехал с Японской войны, и он подарил мне вот такой фотокор. А я не знал, как им пользоваться. Он показывал пластины, все, но у меня пластинов нет, ничего нет. И так долго я его носил, как ребенка. Снимать на импортный экземпляр очень хотелось, но в те годы не хватало расходных материалов для него. Пришлось купить более простой фотоаппарат и на нем отрабатывать необходимые навыки. Потом я приобрел смена. Знаете, 13 рублей, кажется. Да, 13 рублей было. Это дорогой аппарат был. Начал снимать. Свет, хороший ракурс, композиция. Для идеального кадра важно все. Молодой фотограф ловил каждое слово своих учителей. Их советы старался сразу применять на практике. Научился быстро. Я еще не проявил ничего. Знаю, что будет снимок чудесный. А цифровой аппарат, все автоматика, ну не знает светосила, что такое, не знает, что такое выдержка, что такое диафрагма. Современными аппаратами Садык тоже, как говорится, на короткой ноге. Когда есть свободное время от работы, посвящает его любимому хобби. При выборе кадров особое место отводит пейзажам. А чтобы снимок получился красивым, знает немало секретов. Прозрачное, вот я снимаю. Поле, оно чисто как есть, а небо и облака передают, как оно есть в действительности. Сегодня в архиве коллекционера огромное количество уникальных фотоаппаратов и фотографий. Только техники почти на тонну. Всю эту красоту хочется показать людям, говорит Садык. Осталось дело за малым – найти площадку, где все это можно будет разместить. Сакинат Малаева, Ислам Давудов, Рамазан Омаров. Время новостей.